Напередодні Святого Валентина знайомі дівчата, мов, зговорилися, почали писати смски з нагадуванням про подарунки. Як ти думаєш, взагалі, де можна нормальні подарунки зараз придбати дівчині? Золотий вік. Угу. Зараз глянемо. Думаєш, за 2 гривні нам обручку продадуть? Я вже не знаю, чесно, що робити, тому що, по суті, необхідно багато подарунків. Грошей, не особливо величезний бюджет, тому я пропоную тобі та й нашим телеглядачам піти до Віки. Віка завжди нас виручала у цій ситуації. Ходімо. Віка, треба твоя допомога. Да, Вітя, привіт. Яка тобі потрібна допомога? Що случилось? Треба подарунки своїми руками. Допоможеш? Ну, а як же? Скажи, пожалуйста, зачем тебе столько подарков? 4. Дитиночка, кучерявый, ты бабник, знаешь? Маме, сестре, бабушке, тете. Ну ты долго думал, признавайся. Бабушке, маме, сестре и тете. Ну хорошо. Что можем сделать? Можно придумать все, что угодно. Только по минимальному сейчас сделаем бюджет, подарков там много. Ну хорошо. Сначала мы сделаем такой стикер. Стикер, он может быть очень разный. Боже, в моем понимании стикер был всегда этот офисный. Вот теперь, Витя, будешь знать, расширяем, что есть вот такие стикеры. Я их вот заготовила заранее. Их можно сделать самим. Вот я нашила сердец, потом их склеила и соединила вот на этой палочке. Я их украсила ленточками, чтобы они были такие яркие. Они можно сделать и беленькими, и красненькими, и розовыми, какими угодно. Так, что мы делаем? Берем, вот, чтобы вот соединить, вот нужно вот 2 сердечка. Оно, мне кажется, более объемнее, такое красивенькое. Ведь ты мне будешь сегодня помогать? Ну, конечно. Все-таки подарки для мамы. Бабушки. Бабушки. Да. Так, мы соединяем несколько капелек клея. И соединяем второе сердечко. Придерживаем. Клей держится хорошо. Так. Получается двухстороннее. А нашить одно на одно сердце с двух сторон проще? Можно как угодно. То есть как душа пожелает. Меньше просто работы. Ну, естественно. Берем палочку. Я взяла беленькую, мне так захотелось. Почти готов. Здесь не хватает бантиков. Наверное, беленьких. Куда можно еще применить стикеры? Их у меня очень много. Я их очень много готовилась целую неделю. Давай ведь сделаем красивый букетик, недорогой, яркий, ко дню Валентина. Давай. Для этого возьмем бумагу. Трам-та-дам! Примерно размером А3. Понадобится нам 3 красивые красные розы. Возьмем стикеров, туда добавим. Наверное, красненький. И вылаживаем. Букетик у нас готов. Он такой яркий, сочный получился. Мне очень тоже нравится он. Что можно еще сделать интересненькое ко дню Валентина? Давай. Можно сделать очень много интересных топиарий. Я их вот заготовила. Топиарий.
такое вот деревце, деревце любви. Понадобятся какие-то ведерочки, какие-то вазончики, у кого что есть под руками. Конечно же, опять же, мои любимые бусины. Кофе сегодня я не приготовила. Ты это я понял, ты приготовила себе его дома. Да. Ну, то такое уже. И сердечки, их можно также пошить, собрать. Можно готовые какие-то купить. Все это на палочке. И вазончик, украсить сверху вазончик какой-нибудь сизалью, мешковинкой, бусинами. Все это проклеить. И украсить какими-то еще бантиками. Угу. То есть вот здесь я вот добавила бусинки. Самое главное, что будут счастливы из-за того, что это все своими руками. Ну, конечно, оно же все сделано с любовью. Я смотрю, ты взяла вот это сердце нетрадиционного цвета, уже начала с ним что-то делать. Рассказывай, что это. Это у нас будет композиция в форме сердца с красными розами. Угу. То есть все-таки оно красное будет? Сразу. Конечно же, оно не будет такого вот прям вот, как ты увидел. Мало ли позеленело. Это все еще в сыром виде. А вот эту штуку, что это, лента? Это у нас лента, которой мы должны припрятать все такие недостатки. А листву тоже можно припрятать, да? Обязательно, можно или же свежую листву, или же сизаль. Угу. Подукрасим наше сердце. Уже сколько новых слов я сейчас узнаю вместе с тем нашим телезрителем. Да, добавляем. Я решила взять красные розочки. Угу. Все-таки красный цвет, как бы, ко дню Валентина. Ну то и есть сердце. Можно даже одну веточку, я так понимаю, взять и просто понавырезать оттуда. Да, да, можно и крупненькие розы. Я взяла миленькую розочку. Угу. И украшаю. Ведь ты мне поможешь, я хочу, ну, чтобы конечно. Ты тоже. Еще можно сделать красивенький веночек. Я, как всегда, как говорила ранее, нашила очень много сердечек, вот таких мягеньких, приятных, и собрала из него венок. Я не знаю, да, как сшивать две заготовки, на выворот сшиваем, потом выворачиваем, потом дошиваем. И да, да? К ним можно какие-то бусинки, бантики, стекляры, все что угодно прикрепить, то, в общем, на любителя, как бы, кому что нравится. И я решила из этих мягких сердец сделать вот такой вот веночек. Видишь, на нем много сердечек. А сама основа венка что это? Каркасик может собран быть из газет или же уже заготовленный вот такой вот из пенопласта. Но этот нужно покупать стационарно. Да. Или же как бы заготовить самим. Вот здесь вот ручная работа. Газеты. Обычные газеты, да? Газеты потом? Вот так ручками. И, а потом тканью или лентами можно все это обмотать. И получается вот такой каркас. И на него как бы по порядочку все это вот проклеить пистолетиком вот эти сердечки. Как, где его можно использовать, кроме того, что можно поставить его на голову, как предложил нам наш оператор? Вот так. Замечательно! Просто под бабочку, крутяцки. Ну, а всерьез все-таки, куда его можно? Витя, мне очень нравится твое чувство юмора. Я бы его повесила на двери. Это не чувство юмора, это стиль жизни. Куда его можно еще? Я даже забыла, понимаешь? Я больше не найду больше к нему применять, только вот на голову Вити. Так, смотри, кто его... Руль. Что теперь, переснимать это все? А мне так нравится. Я еще могу станцевать с сердцами. Красиво его повесить на двери же, влюбленной паре. На комод сбоку на ручечку будет смотреться. Замечательно.